обратился в военкомат для того, чтобы добровольцем поехать сюда. И что жена сказала? Ну, она не знала, что я сюда еду. Так война или спецоперация? Ну, вы знаете, это тонкий вопрос такой. Поднять человека с дивана, ну, пенсионера, да, как я, например, это, ну, надо все-таки постараться. И показывали ваших врачей, которые врач, говорит, что им нужно отрезать семь яйца, чтобы они больше не плодились. Я считал, что я воюю на земле, которая, ну, мало-мальски уже не должна принадлежать Украине. Вы добровольно даете интервью, без никакого прессинга и так далее. Да. И второе, согласны ли вы, чтобы это было опубликовано в СМИ или в соцсетях? Ну, раз это снимается, наверное, должно быть опубликовано. Ну да. Без проблем, да? Да, конечно. Фамилия, имя, отчество ваше? Федорчуков Андрей Викторович. Год рождения? 1977. А откуда сами? Сам с города Владивостока. Россия, да? Да, Российская Федерация. Семья, дети есть? Конечно, семья, жена, трое детей. Трое детей, да? Да, трое. Сколько лет? Дочке 18, средний сын 12 и младший самый 3 года. Они все в Владивостоке живут, да? Да. У вас какое звание? Майор. И войска какие? Воздушно-космические силы, ВКС. ВКС это... Летчик. Летчик, да? Я смотрел, был в соцсетях из видео, мне кажется, СБУ украинской, да? Они вас писали, да? Да, писали. Вы говорите, что вы ЧВК «Вагнер». Ну, я не знаю, честно говоря, по поводу ЧВК «Вагнер», потому что я призывал через военкомат, ну, как бы обратился в военкомат для того, чтобы добровольцем поехать сюда. Никаких контрактов мы не подписывали ни с кем. То есть, как бы, я не знаю, к чему относится эта организация, но все, что обслуживало нас, вот, ну, там, на аэродроме, это все были исключительно Министерство обороны, то есть самолеты, техники, задачи ставились через оперативных дежурных Министерства обороны. Ну, я не знаю, возможно, ЧВК. Тем более СБУ говорит, что какие-то несколько ЧВК есть уже в России. Там. В России, да, несколько есть ЧВК, да. Но то самое есть, большое это Вагнер. Ну, к какому это принадлежало или к ЧВК ли это вообще принадлежало, я, честно говоря, сказать точно не могу. Потому что документов никаких мы не подписывали. То есть каких-то контактов там левых не было, все через Министерство обороны проходило, поэтому я не знаю, честно говоря, не готов ответить. Ну, мне кажется, что вы сами говорите, да, что вы от музыкантов. А, да. Ну, про музыкантов слышал такое, что... Не, ну это так называют ЧВК «Вагнер», это музыканты, ну, да? Может быть. То есть я просто, ну, когда узнавали, ну там, как группа называется, они говорят, вы музыканты будете. Я говорю, ну музыканты, так музыканты. Ну то есть вы музыканты, да? Ну, говорили, то есть вас определили к музыкантам? Но не определили, нас всего было 3 человека. Хорошо. И когда вопрос, когда нас вызывали там куда-то на какую-то работу, там, ну, там, узнать там, цели, там, нам орали музыканты, ребята, подойдите сюда, там цель пришла. То есть я вот поэтому музыкант, это и запомнил, что как бы нас. А музыканты... кто вам говорил, что вы определены к музыкантам? Оперативный, там дежурный офицер был. Он нас всегда звал, ну, у нас комната была отдельно, и он там крикнет, там, музыканты, вам тут цель пришла, пойдите, ознакомьтесь. Мы уходили, посмотрели. То есть я поэтому и как бы и. Про музыкантов ты узнал так. Ну, то есть, если бы он не кричал, так я бы, наверное, и не узнал про музыкантов. Ну, вы понимаете, что значит музыканты? Ну, это я здесь уже как бы начал. Не то, что начал понимать, а показывали в украинских новостях какой-то плакат, там, баннер там. И там что-то «Вступай в наш оркестр». Ну, что-то такое было написано, там, типа ЧВК «Вагнер». То есть, вот такая штука была написана. Но это здесь в местных новостях. А по поводу музыкантов, я просто думаю, может, просто название группы такое. Потому что там... Ну, были другие группы, эти, Министерство обороны, которые там эскадрильи летали, у них тоже свои какие-то названия были там. Я уж точно не помню, но они там птицами в основном назывались, там какие-то беркуты, там еще какие-то там грачи, ну, типа такого. Вы знаете, кто такой Вагнер? Ну, я не читал, я читал про него в соцсетях, ну, точнее, не про Вагнера, а про саму группу, как бы так. Не, Вагнер кто такой, вот вообще в истории? Вагнер, не, понять не имею. И почему музыканта? Нет, не знаете, да? Да, я как-то не интересовался особо. Хорошо. Я вообще поначалу думал, что Вагнер это какая-то... иностранная компания там ЧВК, не думал, что Вагнер в нашей России как бы такой, могли бы назвать по-русски как-то, не знаю. Там, мне кажется, это такое иностранное какое-то имя. Поэтому я не интересовался, по крайней мере, особо. Пошли добровольно, да? Да. Когда записались? Ну, где-то в конце мая начал процедуру. 25-го, я, по-моему, первый раз в военкомат обратился. 22-го числа, да? 25-го, да, по-моему. 25-го, нет, 22-го года, да? Да, 22-го года. А почему пошли? Да вы знаете, как-то, ну не знаю, накипело там, сидишь, когда телевизор смотришь,
вот эти все новости про войну, да, тем более с 2014 года все это так представлялось, там, ну, в плане того, что там идут обстрелы, мирные жители гибнут, тут вроде Россия за это дело вписалась. И, ну, я не знаю, так соцсети читаю, ну, там у нас авиационные чаты есть там по соцсетям. Просто посмотрел, что люди пишут там, в плане того, что там вроде как и отказники появились там среди авиаторов, там, да, ну, сидел, думаю, ну как так вот, ну, все вроде офицеры, думаю, ну, я чем хуже, ну, думаю, дай попробую. Тем более сказали, что вроде как там набирают добровольцев через военкоматы, но сказали, что вроде как набирают только, ну, в пехотные части, там, командиры взводов, там, вот такие вот, из запаса. Ну, я узнал, думаю, может, действительно про летную часть что-нибудь известно. Обратился, они говорят, да, есть возможность даже на летных должностях участвовать в данной спецоперации, и я как бы решил все-таки поехать. То есть у вас такой заряд идеологический был, да? Да, меня как бы так в плане денег не особо так интересовало. Я даже в военкомате, мы даже не уточняли, сколько там оплата будет. Я по поводу оплаты узнал только, когда мы приехали уже на аэродром. И то вот среди товарищей, которые мы там, ну, вместе стыковали нас. Поэтому как бы особо денежные замес тут ни при чем. А сколько обещали? Ну, обещали 200 тысяч и за боевые вылеты там отдельно как-то платить. Ну, никто, ну, да. Я зарплату не получил ни одну, получается, месяц не отлетал. 200 тысяч это 3 тысячи долларов, да, где-то, ну, 50, по курсу? Я уезжал, 58, по-моему, курс был. Да, это больше, чем 3 тысячи долларов. Ну, да. Ну, не знаю, я как бы на доллары не завязан, не пересчитывал никогда. Не, ну, чтобы, ну, просто люди понимали, где-то сколько 50, это... 58 стоило на тот момент, сейчас, может, и меньше доллар, я не знаю, сколько. Хорошо, а военкомат во Владивостоке вы пошли, да? Да. Ну, хорошо, а документально как-то вас оформили? Документально собрали документы, ну, там, как сказать, ну, где я летал, когда летал, летную книжку сканировали, там, ну, в таком духе. Потом какое-то время, там, дня два они, видать, рассматривали кандидатуру, проверяли, возможно, там, по... каналом Министерства обороны как-то все это дело, что я служил, действительно, где служил, на чем летал. Потом сказали, что да, действительно, вы нам подходите, подойдите, заполните документы. Я пришел, там в основном была информация о семье, ну, родился, женился, крестился, ну, там, типа автобиографии. Mm-hmm. И написал заявление, что согласен участвовать в спецоперации на должности летчика. Деньги там прошу переводить. Где? Ну, вы же умный человек, где участвовать, в каком подразделении и так далее? Ну, на летной должности в спецоперации. Где? Где? Ну, где, ну, не знаю. Ну, вы же умный человек, вы же военный, да, я так понимаю, когда пошли? Бывший, ну да. Ну, то есть вы должны были быть где-то определены. Ну, летная должность, мне сказали, поедешь в аэродром Миллерово, там, я говорю, хорошо, на Су-25. Анатолий, да? Андрей. Андрей, ну, вы же умный человек. Ну, у вас же, ну, то есть, какой-то парень заполнен какие-то документы о семье, он должен был быть где-то определен. Летный аппарат, это же не консерва, это деньги, да, вы понимаете, то есть за него есть ответственность. И чтобы была ответственность, вы должны были быть где-то определены. Ну, куда вас определили? Меня прикомендировали к вот этому летному подразделению, которое находилось на аэродроме Миллерово, вот и все. То есть мне сказали, когда прибыть... Какой номер летного подразделения? Да вот в том-то и дело, что, я так понял, там какая-то сборная была, из разных полков были все. Угу. Были две группы, и третья была наша, вот эта вот отдельная, которая у каждой свое название было, но номер части я не знаю, потому что там вроде как часть, которая стоит в Миллерово, она, ну, другая, не на тех самолетах. Андрей, вы понимаете, что это то, что вы сейчас говорите, это, ну, какой-то абсурд? Да почему? Мне сказали, куда прибыть, когда прибыть. Ну, вы даже не понимали, кому вы прикомандированы? Ну, там воинская часть стоит. Хорошо, и вы, ну, то есть, вы майор часть. Чего? Вот, вы пошли добровольцем, вы говорите, что с ШВКшником и вы контракта не подписывали. Ну, контракт там никакие не давали подписывать. А деньги как должны были перечислять? Перечисляются на карточку, я указал жену, фамилию. Как кому? Жене, все на жену. Все на жену? Да, то есть полностью на номер карты, номер счета, номер паспорта, паспортные данные ее. То есть все полностью указал, что все заработанные деньги в командировке прошу переводить на такой счет, там, и полностью паспортные данные. А почему не на ваш? Ну, ситуация всякая может быть, как сейчас, например, да? То есть, возможно, какие-то деньги там переводятся, должны переводиться, по крайней мере. Я надеюсь, что в плену находишься, тоже какие-то деньги идут. Если бы, например, она мне бы на карточку падала, например,
то она бы не имела доступа ни к банкам никаким, то есть ничего не могла с ними сделать. А вы не спросили, вот, например, вы доброволец, да, и без подписи, без никаких документов, почему вы не ставите нигде подпись? Почему я заявление написал? Мы писали заявление. Хорошо, ну деньги, они на основании чего-то должны были перечисляться и так далее. Ну, наверное. Ну, у вас вопроса не было, почему? Да я как-то особо не задавался деньгами по поводу. Я не расписывался. То есть вы имеете в виду ведомость, что ли, с деньгами какую-то? Нет, не ведомость. Ну, вы доброволец, да? Вот вас называли музыкантами, там, да? Да. Музыканты это ЧВК «Вагнер». Ну, возможно, не знаю, я спорю. Нет, это я вам говорю. Хорошо, я понял. Я вам говорю. Начинаю понимать, То есть вы наемник? Ну, возможно. Нет, возможно, я не Если знаю. Если вас там называли музыкантами, то вы наемник. Это частная военная компания. Хорошо, да, наверное, так. И я сейчас вас спрашиваю, вы говорите, что вы наемником не шли, и вы не знали, что вы в ЧВК «Вагнер», должны были быть какие-то документы, что вы где-то воюете. Нет, я шел как добровольец, я пришел в военкомат, говорю, есть возможность быть летчиком, ну летай. На чем вы летали? На Су-25. А, то есть там без проблем в России, да, раздают Су-25? Ну почему без добровольцам? Я прошел подготовку на аэродроме. Нет, ну вот так, пришел человек, нет, обязанностей никаких, и он поднимается на сушку, нет, правильно? Я летал раньше, то есть у меня есть образование. Нет, я это все понимаю. Сколько стоит СУ вот по цене? Я понять не имею, 30 миллионов, наверное. Ну хотя у нас старые самолеты были, наверное, Су-27 там 30 миллионов, наверное, стоит, ну в долларах, я так полагаю, не в рублях, наверное. А... Может, 1-2 миллиона долларов где-то? Мне кажется... Если, например, я слышал, Байрактар стоит 5 миллионов долларов, а это Байрактар. Ну хорошо, больше. То есть Минобороны России просто человеку с улицы, который... Вы доброволец, приходите, теоретически определены какой-то части, да? Вы даже не знаете какой, и отдает просто сушку летать. Ну так это все происходит. Ну я же не пошел в танкист, потому что у меня образование летное. Если бы я пошел в танк, сказал, ребят, дайте мне танк, я поеду. Наверное, у них были бы вопросы. То есть там с улицы приходишь в России, я правильно понимаю, говоришь, я умею летать или ездить. Нет, офицер запаса. Да, вы офицер запаса. Да. Да? И то есть, хорошо, парень, ты нам нравишься. Вот мы тебе даем сушку, умеешь летать? Умеешь. Без документов, без ничего, никакой ответственности, уехал. То есть это имущество Минобороны России. Ну, я так понимаю, да, потому что обслуживание было полностью военными. Ну, вы же доброволец, никаких документов не подписали, никаких обязанностей. Вы обязанности имели какие-то? Ну, это же материально-техническая база, правильно? Минобороны РФ. Ну, так да. Но обязанности какие? Дается задача, цель и... Все, у меня есть подготовка летная. Я прошел там подготовку, теоретическое переучивание, сколько? Практическое переучивание. Ну, получилось, мы 4 числа приехали, 4.06, началась подготовка теоретическая. Проходили ее до 9, по-моему, до 9, 5 дней. Сдали зачеты, были военные инструктора, мы им сдали зачеты, и с 10, 9 или 10 приступили к полетам. То есть сначала летали на учебно-боевом самолете. 9-10 июня? Июня, да. Июня, нас да. Провезли на самолете 4 полета. Куда? Сначала техника пилотирования, то есть освоить самолет. А где? В Миллерово так и летали. Миллерово, да? Да, то есть там вылетали на территории России, полеты по маршруту, там боевое применение всевозможное. Ну, не имеется в виду, как сказать, там, отрабатывали маневры. Все, после этого зачетный полет, если ты готов лететь, то потом давалось еще 3 полета. Сам летел. То есть сначала просто опробование. Ну, как бы самолет новый для меня, я никогда на таком не летал. То есть я летал все время на других типах самолета, и поэтому для меня это был новый самолет. А вы на чем летали? Я летал МиГ-29 и Су-27 раньше. Ну, то есть когда служил в части. Хорошо. То есть вот прошел подготовку. Я так слышал, что вроде как и были люди, которые приезжали и не осваивали самолет, их отправляли обратно, то есть не получалось у них. А вот вы были один музыкант, еще двое были музыканты, да? Они что делали? Да мы все были музыканты. Все летчики, да? Да, они тоже летчики. Но вы же понимаете, частная компания, она самолетов не имеет. То есть это материально-техническая база Минобороны РФ. Ну, может, какой-то договор у них там, я не знаю, лизинг. Не знаю, как это назвать. У ЧВК лизинг с госимуществом России, да? Я не знаю. Ну, технически самолеты были такие довольно старые, потому что... Какой год? Да я не знаю, Су-25, когда там появился, может, в 80-х годах он там на вооружении стал. Но эти самолеты еще первых версий были, то есть не новые, которые там с какими-то мониторами идут, а старые приборные самолеты, там все пошарпанные. Возможно, их поднимали с каких-то баз хранения, там, не знаю. То есть у нас их было всего 3 штуки, ну, по крайней мере, на тот этап, ну, когда я прибыл. То есть вот 3 самолета было.
Но они, в принципе, рабочие, то есть можно было выполнять задачи на них. То есть, походу, это рухлядь было, да? Ну, как рухлядь? Рухлядь – это не, что, то, что никогда не поднимается воздух уже, это рухлядь. А тут все нормально, то есть движки, все рабочее было, мы проверили, самолеты все рабочие. А навигация и так далее работала? Навигация, ну, как сказать… Курить? В этих, нет, в этих самолетах навигации прибор, курс, скорость, время, расстояние, то есть старый дедовский способ, который никогда не подводит. А навигатор, мы брали с собой телефон обычный, который заканчивали специальную программу для навигации и летали, ну, в принципе, с поддержкой GPS-навигации через спутниковый, ну, через телефон вот этот по приложению. Русские были? Телефоны? Да. Да какой там Honor, Honor, короче, китайский, по-моему, там. Я видел, что вы на видео говорите, что там американское было. Телефон? Но нет, на штурмовиках, да, вы говорили, что там использовали были... Сейчас я посмотрю. Навигатор Garmin использовали. Нет, Garmin нам давали. Да. И смартфон с программой про небо. Да, вот с про небо у нас был телефон, а Garmin была. Но это мы, я начал летать уже вот крайний полет, когда полетел с Garmin. Потому что при подлете к целям телефон глушили. Ну, то есть GPS, этот GPS-трекер. Я взял с собой попробовать. Она неудобная, очень крупная, габаритная. И как бы в кабине ее повесить особо некуда было. Я ее в карман положил. Полетел с ней проверить, если телефон заглушит, будет ли работать Garmin. Хоть что-то как бы должно показывать. Но в итоге оказалось, что глушили все. То есть полностью заглушили телефон, GPS-навигации не было. И как бы не было на Garmin никаких. То есть ни цифры не бежали, ничего. Поэтому как бы показало то, что глушат абсолютно все GPS-навигаторы. И смысл брать с собой Garmin, как казалось, в общем-то. Ну это как бы такой пробный был. Это был первый полет, потому что мы запросили, как бы сказали, что... Можно попробовать Garmin, может быть, она более профессиональная, будет показывать. Но в итоге, что телефон, что это, оказалось бесполезно. А вот в мае, когда вы шли в военкомат, вы с женой общались? Конечно, общался. И что жена сказала? Ну, она не знала, что я сюда еду. Она, я ей сказал, что ну, как бы есть возможность полетать. Но она знает, что как бы у меня осталась давняя старая тяга к полетам в плане того, что... А возможность полетать, это что, как... Как вы ей объяснили, я еду в туристический полет или почему? Как? Почему? Я говорю, ну вот еду там на запад, пригласили на запад летать, что типа есть возможность облетывать самолеты. То есть самолеты будут поднимать с баз хранения, ну и как бы сказали, что можно выполнять полеты, на них облетываешь, и потом как бы там, то ли они в войска идут, то ли там в резерв, там не знаю, ну типа такого. И она сказала, ты не будешь участвовать? Я говорю, нет, не буду участвовать, только вот исключительно облет. То есть она не знает. Так в мае вы шли на войну или на спецоперацию? Ну, то в смысле, есть... на спецоперацию. Я нет, считал, что это спецоперация. Нет, так война или спецоперация? Ну, вы знаете, это тонкий вопрос такой. Я как бы до сих пор не могу понять и не могу объяснить. Как бы, возможно, есть какие-то юридические основания называть это спецоперацией, например. Это, ну, для нас это была спецоперация. То есть, нет, ну вы видите, вот я вас спрашиваю, да, вы шли на войну, вы сразу сказали на войну. Для вас это война. Ну это у вас летело с языка, да? Вот вы сейчас хотите на камеру как бы выкрутиться и называете это спецоперацией. Вы шли на войну. Ну, я предполагал, что действительно здесь идет война. Спецоперация, война. То есть людей убивают, людей сбивают, там... Смерть, это понятно, что как... А вы шли как кто? Вот доброволец, вот... Вы записывались, чтобы что? Ну, я хотел, честно говоря, ну, поучаствовать в войне или в спецоперации в плане того, что это, ну, мне кажется, казалось важный для России момент. Ну, вот вы что должны были привнести в эту войну? Вот вы же знали, что вы полетите на Украину, я правда? Хотел, в Украину. Да, спасать жителей Донбасса, скажу так. От чего? От чего? От того, чтобы их не убивали, дети не гибли тут. Ну, не знаю. То есть, вот, кто не убивал? Ну, войска ВСУ, которые обстреливали, там, не знаю, батальоны. Там. Смотрите, это вот когда началась война, да? Давайте будем, ну, правильно называть терминологию, это все-таки война. Ну, вы сами это понимаете? Ну, фактически, наверное, понимаю. Да, да. То есть мы не будем там говорить спецоперации или еще что-то, мы будем говорить, что это война. Война началась еще в 2014 году для украинцев, да? А вторжение полномасштабное, оно началось Российской Федерации 24 февраля, да? Вот, вы пошли добровольцем в мае, да? Вот это, если мы говорим, это март, апрель, май, да? То есть, грубо говоря, три месяца, да? Вот,
Вы смотрели только русские новости, нет, да? Почему? И украинский смотрел тоже. И украинский, да? Спутниковое телевидение, канал «Украина-24», по-моему, есть такой. Да, «Украина-24». Вот его. И Евроньюз еще у нас там показывает. То есть, да. Ну, они более такие направленные все-таки на Украину, скажем так, против России, скажем так. Ну, то есть, я так понимаю... смотрел разные, да, каналы. Я так понимаю, что вы умный человек, и вы, смотрел, да, вы смотрите... Да, и русские, и украинские, и Евроньюз, если вы смотрели. Иностранные языки какие-то знаете? Ну, английский, в принципе, если... как бы не сильно быстро говорят, то могу понимать. Наверное, хорошо. Вот вам места, это Ирпень, Буча. Конечно. Да, вы видели, что делали русские солдаты? Ну, скажем так, и по украинским каналам, в принципе, показывали одни и те же картинки, что и с нашими каналами, но объяснение было совершенно абсолютно разное, противоположное. Про Ирпень я особо так не помню, но про Бучу я вот этот репортаж хорошо запомнил. Когда... То есть убийство, изнасилование и так далее, да? Ну, про изнасилование, честно говоря, по нашим каналам особо не говорили, но вот про убийство говорили. Ну, гражданских? Гражданских, да. И что это? Показывали это... улицу, вот, где там расстреляны, да, люди на велосипеде лежат. Да. Ну, у вас то же самое, все те же самые, да, кадры, да, будут, да, только, да, с вашей, да, стороны. Да. Ну, ваши СМИ объясняли это, что это наши при выходе расстреливали, их там уезжали, колонны там выводили, расстреливали. Ну, наши объяснили несколько по-другому. Нет, вот сейчас выходит даже серия материалов, да, я там смотрю, даже есть русские СМИ, но это вы называете эти как спецагенты, да, которые пишут, наверное, не знаю, которые признаны в России как спецагенты, вот они пишут, как себе, ну, то есть до сих пор находят тела, да, это русские, что сделали не при выходе, а когда там были. Когда находились там, ну, я, к сожалению, наверное, потому что... Не знаю, давно это началось, но имеется в виду, вот эти спецагенты появились. Потому что когда я по соцсетям лазил везде, ну, репортажи были противоречивые, кто как говорит. И я говорю, наш канал объяснил, наши все каналы фактически объяснили немножко по-другому. И вы знаете, как бы и верить, и не верить им, я не знаю, кому верить. То есть у вас совершенно противоположная информация, а там совершенно противоположная информация. И сказать, кто здесь прав, кто виноват, ну, было довольно сложно. И вот этих противоречивостей действительно было очень много на этой войне. Спецоперации. Войне, ладно, война. Не, вы говорите, да, как хотите. Вы можете называть спецоперацию. Ну, я говорю, я не силен в юридическом праве, не могу сказать. Да, при чем тут в юридическом праве? Если самолет поднимается, это что, спецоперация? Ну, американцы, например, называли операцией, там, когда они бомбили Югославию. Это была операция или война? Но они, как бы, весь мир сказал, что да, они там несли демократию, все такое, или что они там несут мир. То есть вы же, я правильно понимаю, вышли на Украину как освобождать и помогать, да, народу Донбасса, хотелось, да? Помочь народу Донбасса, если честно. И надоело, может быть, даже немножко вот эта вот противоречивость, что не поймешь, где правда, где ложь. То есть действительно, сейчас, на данный момент, как бы, пообщавшись со многими людьми, там, да, я не беру там украинцев, которые там, ну, я все равно считаю, что со стороны, там, например, ВСУ там, или там, СБУ, кто говорил, да, ну, могут быть именно какие-то агитационные там, такие направленности речей, да, и что пытаются там, переубедить. Там. Но я могу сказать, что да, я действительно поговорил, многие тут сидели со мной в камерах, то есть разные люди приходили, уходили там. Ну, действительно, понаслушался очень многого и очень много негативного в плане, например, действий нашей армии, например, да. И, ну, если честно, взгляды такие немного поменялись на отношение, вот как вы говорите, там, спецоперация или война. Да, действительно, где-то действительно это можно назвать какой-то войной. И довольно грязной, не знаю, как это назвать. Там. С чьей стороны? Ну, с нашей тоже стороны, скажем так. Я, честно говоря, вот про мародерство и насилие слышал по роликам, вот смотрел там и СМИ, но как бы особо не верил. Надеялся, что это все... вранье, ложь, там, наговоры. Я понимаю, то есть, русские, вы считали, что вы, ну, представитель считал, святого народа, да? Ну, не прекрасного, то, что святого. Да? Не, я понимаю, что... Не, ну вы же говорите, что вы не верили. То есть вы верили в прекрасного русского солдата, нет, я пытался... Да? Ну вы же служили. Да, ну в том-то и дело, что вот я служил. Вы когда закончили служить? Ну, полностью уволился в 2015 году, но фактически где-то с 2011 года я уже толком не служил, то есть сдал квартиру, там у нас долгий процесс увольнения. А с 15 по 22 чем занимались? В гражданском специальность освоил, работал. Кем? В гражданке. Системный администратор, компьютеры. Сисадмин, да? Ну да. Там. Какая зарплата? Программист. Ну, по-разному выходил, но не меньше 100, как правило, всегда выходило. То есть, там, где-то 2000 долларов, да? Да нет, на тот... А, ну, тогда был доллар 70.
Ну, в принципе, плюс пенсия. Ну, плюс пенсия получалась где-то 2000 долларов. А пенсия сколько? Ну, крайний раз 50, по-моему, было, когда получалось. Как военные, да? Они повысили, да, в конце, в начале года, там где-то 50, около 50 было. И когда пошли воевать, бросили работу, да? Ну, конечно, пришлось уволиться. Потому что, ну, там говорили вроде, давай останься, там, как в списках компаний. Я говорю, давайте я приеду, там разберемся. Потому что не знал, как бы, за сколько это затянется, во-первых. А во-вторых, все-таки я предполагал, что развязка моей истории может быть разной. То есть можно и погибнуть, и плен, и там... Ну, как бы плен особо не рассматривал, честно говоря. В основном все упиралось, все мысли, там, ну, что можно погибнуть реально. Ну, потому что это все-таки люди стреляют, ты в них, они в тебя. Сколько вылетов сделали? Сделал 5 вылетов, и 6-й вот меня сбили. На а где сбили? Сбили. Населенный пункт Клиновое такой есть в Донецкой области. Он где-то под ним. Там, ну, то есть вам ставили задачи, да, когда вы вылетали, да? Вот, что вы должны были делать? Ну, я вот все свои 5 вылетов выполнял задачи по обстрелу, ну, там, не знаю, как по уничтожению или по нанесению ударов по опорным пунктам. Там, где пехота не может пройти, как бы продвинуться, вызывали нас, и мы обрабатывали. Первые полеты были там по лесопосадкам, ну, как я понял. То есть по живой силе противника, да, я так понимаю? Живой. Ну, я видел даже там, например, где была открытая местность, не леса, а открытая местность. Видел даже что-то типа техники, там бронетранспортеры, легко бронированные, не танки, а вот, наверное, БТРы, что-то вот такое вот. И окопы вот были открытые, прям где пространство, это вот, как называется, Михайловское водохранилище, по-моему, есть такое там. Тоже в Донецкой области. Вот там были открытые пространства, и там прям было видно окопы, техника стояла. То есть вот вызывали на поддержку. И крайний был тоже опорный пункт, тоже такой не лесистый, на горушке. Ну вот я вот не успел отработать, меня сбили там как раз над ним. Так что вот проходило так. Ну и когда обрабатывали лесопосадки, это я уже когда вот в плен попал, понял, что в лесопосадках действительно укрепрайоны неплохие есть. Вот как раз когда я там на парашюте спустился после катапультирования, попал в такую лесопосадку, где окопы, ДОТ, там, так что... А чем подбили? Ну, ребята из ВСУ сказали, что это игла. Пустили 2 иглы, ну и вроде как 3, по их разговорам, что было 3, одна промахнулась ракетой, 2 попали в двигатель, оба двигателя встало, ну и пришлось принять решение уже перед самой землей, что прыгать, потому что там самолет... Вы катапультировались, да? Да, я хотел посадить изначально самолет, потому что предполагал, что прыгать над линией фронта как бы немножко страшновато, и могут, ну, под куполом парашюта снять, в любом случае снимут, убьют. И решил, что можно посадить. Благо, поля у вас тут, конечно, хорошие, большие, распаханные. Но вот перед самой землей самолет начал крениться, там скорость потерял, крен пошел, я уже выровнять его не смог. И видно, что падает уже в лесопосадку, прям самолет падает. Ну и прям уже перед самой лесопосадкой дернул ручки и катапультировался. Высота была небольшая, только парашют открылся, уже приземлился. То есть, может, это, в принципе, и спасло от того, что там никто стрелять не стал. То есть, никто толком не понял, что произошло. А самолет, которым вы управляли, там, кажется, 2 пилота, да, на сушке? Один только, да? Вы один, да? Одиночный самолет, да. Не, ну есть учебно-боевой, где двое летают, инструктор. Да. Мы начинали на них летать, когда учились. А так самолет одиночный. Летишь один, ни штурмана, никого нет. Понимаю. А вот вы говорите, что защищать народ Донбасса, да? Ну, вышли освободить. Освободить народ Донбасса. А ВСУ что делает? Ну, вы знаете, тут тоже как бы вопросов много было там и... Воздействий было много, да, когда ты говоришь, там, что ты шел воевать там, за как-то вновь признанные освобожденные республики. Это как бы народ, ну, ВСУ, там, СБУ это сильно напрягало, и там это области. Я говорю, ну, я понимаю, что вы говорите, это области, вы не принимаете то, что они там проверили референдум. Тут же говорили, что референдум это была все фикция, ложь. Там, ну, вы знаете, я тоже смотрю телевизор и вижу, как там люди радостные выходят с этих. Ну, с выборочных пунктов этих, там, что они приняли решение стать свободными. Не то, что там... От кого? Ну, получить свободу, выйти из, под, как сказать, из государства Украины. То есть, чтобы они стали самостоятельными. Я понимаю, что, скорее всего, с последующим там, присоединением к России там, да, будет какой-то референдум. Возможно, прошел уже, не знаю. У нас тут информации такой нету, возможно.
Но я как бы сюда шел... Нету еще ничего. Что-то Россия не спешит брать эти регионы с 2014 года. Возможно, их освободить надо для начала. Кого? Ну, то есть, чтобы дойти до границ, например, этих регионов, там, чтобы прекратить обстрелы этих регионов, там, ну, то есть, каким-то таким образом. И я когда шел сюда, то есть, я понимал, что, ну, не понимал, а видел все это, что действительно люди хотят свободы, люди хотят, там, возможно, даже в Россию вступить. И то есть вот эти вот с 2014 года обстрелы, где там, ну, я думаю, вы тоже там просматриваете российский канал. Я был на этой территории. Аллея детей, там, где у них там деревья там, с фамилиями детей. Ну, то есть вы верите русским каналам, да? Верите Скобеевой, Соловьеву? Почему? Почему Скобеева? Мне... Не, ну это ж, то есть главный заряд ядерный такой, да? Это Скобеева, Соловьева, это вся публика. Я понимаю, что пропаганда в такой войне – это великое дело. То есть поднять человека с дивана... Ну, пенсионеры, да, как я, например, это, ну, надо все-таки постараться. Если это сработало, значит, возможно, таких, как я, будет там не один, два, не три, там сотни, там тысячи, например, да. То есть пропаганда работает. И это война, это должно быть так. Я понимаю, что плохо, когда многое в этих передачах передергивают сильно. И мне кажется, очень много... Ну, не договаривают, может, врут, не договаривают, там, что я, в принципе, здесь увидел, что очень действительно много того, что нам, ну, не доводили, скажем так. Вот, например, вот этот ход с нацистами, с фашистами, ну... А объясни, вы, да, вот, у меня такое восприятие, что вы умный человек, да? Ну, вот скажи, товарищ. Вот, вы можете мне объяснить, вот вы говорите, там, освобождать народ Донбасса, да? Какое первое, там, слоганы первые до этого и были... Операции, как русские называют, денацификация. Да, объясните мне, пожалуйста, что это значит. Вы знаете, я как бы денацификацию немножко понять тоже не могу, потому что человек под гнетом и под давлением может отказаться там, от своих даже там, нацистских идей, предположим, да, но в голове он все равно эту идею оставит. То есть я не пойму, как можно из людей вытравить какую-то идею, которая у него сидит. И слово денацификация для меня как бы, ну, не играло большой роли. То есть я для вас нацист? Не, ну выходит, ну, так. Ну, то есть вы говорите, какая-то идея. Нет, это с вами надо говорить, что вы донесли до меня свои идеи, как вы относитесь действительно. Ну, я понимаю, да, что... ну давайте все просто, так как на русских каналах происходит, да? То есть я Западная Украина, да? Я родился недалеко, где там родился Степан Бандера. Да. Ну, да, хорошо. Я говорю, то есть я в душе украинец, да? У нас с вами разница 4 года, я 81-й год, да? Я говорю на украинском языке. Да, вот. Я сейчас говорю на русском, я говорю на языке, на котором никогда не разговаривал в жизни. В школе я уже этого не учил. Да, то есть за всеми лекалами этой сумасшедшей вашей и всех этих ребят на каналах я нацист. Ну, то есть я для вас тоже нацист? Почему? Нацист, как сказать-то, то, что вы разговариваете на русском или на своем родном языке, это не нацизм. То есть как вы относитесь к другим, вот, например, к русским, да, все ли мы такие... как бы тут говорить, там, ублюдки, уроды, там, не знаю, там, насильники, мародеры, там, да, и что нашу нацию надо вот как, ну, по крайней мере, нам доводили вот эти вот врачи, показывали ваших врачей, которые врач, говорит, что им нужно отрезать семь яйца, чтобы они больше не плодились. Ну, кому? Ну, русским людям, ну, вот россиянам, русским, там, чтобы мы больше не плодились. Ну, для врача такое сказать, как бы, ну, я не знаю. Ну, вы же понимаете, ну, например... Может, это был фейк. Нет, нет, ну, то есть вы это видели? Ну, по нашим каналам. Ну, по вашим каналам. Вы же, ну, смотрите, Андрей, да? Вот вы пришли на украинскую землю, да? Да. Да, то есть эта страна независимая? Да. Ну, опять же, вернемся к тому, что я говорил про особо, ну, как бы, самопровозглашенные республики, которые, ну, приобрели референдум. Я считал, что я воюю на земле, которая... Ну, мало-мальски уже не должна принадлежать Украине, потому что люди приняли решение, что они не хотят с вами оставаться, а их за это обстреливают, уничтожают. Вот и... То есть это все, что было в 2014 году, это все произошло без помощи России? Ну, я не думаю, что без помощи России. Ну как, ну это же, ну, люди за свободу должны, ну, без россиян, а, ну, это было с Россией, ну, да? Почему? Я так думаю, возможно, начиналось все это у них самостоятельно, то есть они взялись за оружие, когда... Ваши войска начали двигаться и теснить их, они сами взяли, образовали милицию. Возможно, Россия потом стала им помогать. Хорошо, да? Вот вы говорите... Техникой, там, деньгами, хорошо, самолетами, хорошо. Там, может быть, даже там, солдатами, там, не знаю, возможно. Хорошо, хорошо, да? Вот вы говорите, чтобы управлять СУ, это должны быть скиллы.
правильно? Конечно. Танк тоже? Однозначно. Да? А как это, ну, говорили в России? Это все шахтеры. Вот сидели эти, да, ребята, там с так называемой ЛНР, ДНР. Он сидит и мне объясняет, что танком можно управлять просто так. Это все шахтеры и трактористы. Нет, ну, Андрей. Давайте так, я тоже в своей жизни управлял, там, не знаю, никак не бульдозера. Ну, то есть вы понимаете... Вездеходом. Я первый раз сел, мне показали, я поехал. Но я не могу сказать, что я профессионально бы водил я... как вездеход, если бы мне не дали подготовиться там месяц-два, а лучше три, например. Да, я к чему веду? Что без помощи России этот шахтер бы не управлял танком. Понимаете, системный администратор я. Да. Я вот долго не летая сел на самолет и полетел, потому что я в прошлом военнослужащий там российской армии, я в прошлом управлял этим самолетом, ну, похожим, скажем так, подобным по типу. Почему вы думаете, что среди шахтеров нет людей, которые в прошлом кадровые военные, которые командовали там батальонами танком, который на танке там, блин, служил, может быть, он срочку проходил где-то там, сколько, ну, то есть Украина еще, будучи советской, да, вот эта советская армия там, возможно, в Украине он проходил, то есть был танкистом, да, и дайте ему танк там, Т-60 какой-нибудь, там, 62, Т-70, он сядет и поедет. Ему надо время какое-то подготовиться, да, возможно, вспомнить. Ну, я вот тоже сел, для меня первый полет был, я вот такие глаза там, ручки-то помнят, а внимания не хватает, там, на приборы что-то посмотреть. Но второй полет чувствовал себя уже уверенней. То есть, может, так и там можно было. Я думаю, может быть, там нашлись бы куча офицеров, которые действительно, может быть, поучаствовали в каких-то горячих, в Афганистане были, почему нет? То есть, которые прошли даже какие-то горячие точки, и у них есть опыт борьбы. И многие, может быть, там возглавили эти батальоны у них там, да, как бы. Вы в военных компаниях брали участие еще? Я нигде не участвовал. Мою бытность, как бы, пока я служил, особых таких заварушек не было. Ну, вот Грузия была, но с Дальнего Востока мы не привлекались, поэтому... Это в 2008, да? В 2008, да. Сирию я уже не застал, они уже там после увольнения моего начали все это... А почему в Сирию не хотели ехать, а в Украину поехали? Так там все закончилось, мне так кажется. И тем более там нас и не привлекали. У нас, ну, я знаю, что у меня некоторые военнослужащие, которые служат, вот они там ездили в Сирию, там, в командировки. Но это было вот когда у них только начиналось все. А сейчас, по-моему, там, насколько я знаю, там авиабаза уже как сказать-то, то есть не командировочная, а люди уже как бы там как служат прям. То есть вот образовалась такая база, которая как люди как служат. Поэтому, и мне кажется, там уже все затихло в основном. Ну, то, что там Турция, вот новости смотрел, они там с курдами опять там завязались там на территории. Ну, я так понял, Россия в этот конфликт уже не лезет, они там сами разбираются, сами с собой. Ну, Ирак там, ой, какой-то Израиль там, по-моему, кого-то постоянно обстреливает, там, то Иран, то Латакию, по-моему, как-то там вот в начале лета, там, или на конец лета, ой, конец весны было, они что-то обстреливали. Ну, наши, я так понял, тоже в этот конфликт. А зачем вам, как русскому, вот у меня, ну, чисто такой человеческий вопрос, зачем вам другие страны? Да вот вам, вот как РФ. Да, вот вы везде лезете. Вот у меня, я не понимаю, да, вот вам нужна Сирия. Да нам не нужна Сирия. Нет, стоп, вам нужна Сирия. ЧВКшники в Ливии были, в 2008 Грузия, 2014 Украина, 2002. Вот зачем вам? Вот что, просто для понимания. Мы же не лезли в Грузию, они, да, ну, как они не лезли? Перешли границу и начали по нашим миротворцам. Ну, наш отряд, наши миротворцы там стояли. Миротворцы? Да. И начали уничтожать наших миротворцев. Вы считаете, что не надо было помочь? Я думаю, что надо было. А насчет Сирии скажу, что, ну, по крайней мере, ту информацию, которую я обладаю, ну, вы представляете, если бы террористическое вот это движение их, мусульманское, разрослось бы, что было бы дальше? Это захват там всех этих Азии, куда бы они потом полезли, может, и к вам. В ИГИЛе? Да, я про ИГИЛ. Вы считаете, это хорошая организация? Я считаю, что не очень хорошая организация. Но там же воевали несколько стран. Ну, то, что принимали участие, там и Россия, Америка. Ну вы знаете, из-за чего типа все началось? Ну, в Сирии? По крайней мере, как нам довели, чтобы эта зараза не разрасталась. Серьезно? Необходимо было ее как-то там. И те страны, которые первоначально там присутствовали, Америка, ну, и там европейские страны участвовали, что они, мне кажется, просто не справлялись со своей задачей. Или не хотели справляться, их все устраивало. Поэтому, как бы, я считаю, что эта угроза была не только российская. В любой стране могло это все выстрелить потом. Чего хорошего от этого было бы, если все это распространение. Потому что идеи у них реально были, ну, мне кажется, не самые пушистые и благополучные.
То есть я считаю, что Россия здесь внесла довольно неплохую лепту, что это все немножко там поутихло. Да, и Украина сейчас она вносит просто колоссальную лепту. Ну, про Украину. У вас есть понимание, что вы наемник? Ну, фактически, да. Но я добровольно. Мерсенари, знаете, по-английски это наемник. Знаете, как называют? Вот у меня, я помню, там, когда я был подростком, я читал статью. Знаете, как называют наемников часто? Псы войны. Ну, возможно. Ну, я не знаю. Ну, как бы наемник, мне кажется, может, наемнику рознь. Кто-то идет за деньги воевать, кто-то, там, не знаю, поубивать, да, там. Вот он там наигрался в Counter-Strike, там, ему нужно идти убивать кого-то. Ну, у вас это как-то все вместе. Вы хотели полетать, пострелять. Хотел полетать. Ну, то есть, да, вот, хотел, да, деньги хорошие. Вы знаете, зарабатывая 100 тысяч и потом переходить на 200, ну, может быть, хороший, не знаю, я бы не сказал. Но за счет, как бы, ходить под смертью за такие деньги. Ну, вы же, ну, это вам нравилось. Считаю, ну, вы же... Нет, мне нравится летать. Я не да, вы кадровый офицер. Я кадровый майор. Офицер, меня да. готовили к этому. То есть вы пятый раз вылетали, когда вас подбили. То есть вам это нравилось, да, вот по опорным пунктам стрелять и так далее. Ну, понимаете, меня этому всю жизнь готовили. Вот, ну, я вот училище прошел, потом готовился там в полках, служил там, я все время готовился к какой-то войне, к чему-то, к каким-то боевым действиям, что, ну, военных просто так не держат, то есть их надо готовить к этому. А много таких вот, как вы там во Владивостоке, которые готовы подписаться? Пенсионеры, ну, в смысле, в запасе, да, офицеры? Ну, типа, которые говорят, вот там нужно ехать в Украину. Ну, в чатах многие писали, ну. Сами понимаете, как, знаете, я не знаю, у вас есть такое понятие, как эти диванные бойцы, да? Да, диванные войска мы называем. Диванные войска. Да. Вот у нас примерно то же самое. То есть разговоров технически было очень много. Как бы там, да вот, да я бы, там, да мы бы там, вот, да вот что ж там такое происходит, там, почему сбивают наши самолеты, там, суперсовременные, там, это, наверное, летчики не готовы, не умеют. Ну, ты говоришь, что ты умеешь, ну, иди, давай, иди, вперед. А вот вы говорите, что там вот там русские, что там украинцы говорят плохо и так далее. Но если так взять концептуально, да, вот мы говорим, вы же понимаете, что вы принесли горе этому народу? Ну, вы знаете, я вот опять же разговаривая со многими, с кем пересидел, да, кто-то действительно негативно относится, даже они как бы военнопленные, они на моей стороне, по идее, я на их стороне, да. Многие негативно отзывались, там, типа, вот вы пришли, там, нафиг вы пришли, до вас жили хорошо, там, вот вы там разбили мою деревню, там, дома нет, там, ну, типа такого, да. А многие говорили, ребята, ну, вы нас не бросите, вот, ну, просто нас там убивали, там, вот. Там, а где вы стояли? Ну, то есть вы летали, летал в Донецкой области. Да, откуда? С территории России. А кто говорил, ну, вот вы говорите, вы летали, а кто говорил, вот вы нас, ребята, не бросите, кто эти люди были? Ну, вот мы сидим, вот я там в Донецкой области сидел. Так вы летали с территории? Нет, я имею в виду, когда подбили уже, и я сидел вот в камере. И тогда-то у меня как бы даже, ну, не знаю, сомнения не было в том, что я делаю, честно говоря, потому что... Ну это кто, пленные были? Пленные, которые как бы должны быть, по идее, за нас, ну, на одной стороне воюют, да, и многие как бы высказывались, ну, типа, зачем вы пришли, было лучше, ну, или, по крайней мере, там... Это тоже пленных было за то, что вы нас не оставите. А часть многие говорили... Не, ну, Андрей, ну, это же люди, которые там добровольно, вот большинство из них, вот я писал где-то 10 человек, они добровольно объединились с этими, с русскими. Пошли в войска так званые ЛНР, ДНР, они не знают, что будет с ними. Да, то есть у них статус военнопленных такой же самый, как у вас. Ну, нет. Вы понимаете. Я понимаю, но понимаете, смысл в том, что... То есть вы здесь хотите играть. Вот вы говорите, кто-то вас не любит, а кто-то вас любит. Вот смотрите, Любомир, вот какая ситуация. Но это в том же статусе, они сидят, они не знают, что с ними будет. Да я немножко не про это. Я имел в виду, что... То есть вот то, что нам показывают, там, как там зомбируют нас, да, там телевидение показывает, то идея такая, да, и у меня действительно была идея, что я, ну, несу там правдивую войну, там, праведную войну. Святую. Да, ну, не знаю, праведную войну. Русские, они всегда святую войну несли. Ну, даже да. Когда зашли в Украину, да, и они весь день несут святую войну. И мне вот... Скрепы, вот эти, как все народы не хотят этих долбанных скреп, они несут эти скрепы. Если бы нам бы доводили информацию о том, что
эта война неправедная, это мы там вот все плохо делаем. Вряд ли бы кто-то вот такие, как я, там, да, поднялся бы и пошел куда-то. Я понимаю, что это пропаганда, я понимаю, что нужно настраивать людей. То есть мы нормально говорим. То есть, если так сказать, вы лох? Ну, то, что поддался, наверное, этому всему, возможно, можно так назвать, да. Ну, я говорю, что... про что, вот про плены. Все, у всех двоякое мнение. И поначалу, когда говорили, что зачем вы пришли, было действительно там как бы... А когда многие говорили, что ребята, ну спасибо вам, что вы там ввязались во все это, что вы нам помогаете, только не бросьте нас, становилось на душе как-то легче. То есть даже вот пресс там вот этого, что сидишь тут военнопленным там, и все равно как-то думаешь, ну может действительно... Как-то можно оправдать все это, что... Ой, Андрей! Не, а как же показывают колонны, да, заходят люди там радостные, там, блин, счастливые. Постановочное все. Ну, так же и вы можете постановку сделать там, да. Да зачем? Да, ну, есть люди, есть семьи, которые потерпели от русских. А многие считают, что мы освободители, вот Донбасс, которого обстреливали, да, они говорят, что, блин, спасибо, что вы пришли, что прекратится все это. И мы, говорит, сейчас вот вы границы отодвинулись, блин, линия фронта ушла, и там, кто живет в глубине, ну, не будем считать великие дальнобойные ракеты, которые появились в Украине, да, которые могут достать теперь далеко там и наносят удары. Нравится вам? Да я про них только вот у вас тут услышал, и тоже сидишь и думаешь, правда, неправда. HIMARS forever, нет? Ну, наверное, действительно сильная ракета, и мне действительно очень неприятно, что наше ПВО так работает коряво, или как, или может ракета такая хорошая, настолько хорошая. Хотя, я думаю, начиная войну, не знать какие-то характеристики вооружения иностранных и не быть готовым, что они придут на этот фронт, это было, конечно, немножко... Не досмотрели. Слава большой русской военной коррупции. Спасибо ей. Спасибо ей, Андрей. Ну, как надеюсь, что у вас такой коррупции нет, как у нас, да, поэтому, может, у вас тут более гладко все проходит. Ну, наверное, да. Возможно, мы несколько самоуверились в своей армии, в своей вооружении, в своем. Это вторая армия мира. Так-то да. Ну, как видите. Это только на словах, нет? Не хотелось бы верить в это, хотелось бы верить все-таки, что действительно оно так и есть, что армия у нас довольно сильная. Ну, возможно, я говорю, просчеты руководства. Я считаю, что, ну и действительно, что может быть подготовка страдает реально, А может, вот причина всего это пиздинг денег? Ну, у таких, как вы, офицеров. Не без этого, наверное. Ну, эти пузатые генералы, Шойгу и эти все ребята, да? Ну, вы знаете, я не могу говорить так, потому что... Ну, крали в армии, Андрей? Я лично... Крали в армии. А что мне красть было? Не, вы. Вот в армии. Не, нечего было. Не, может быть, вам нет. Вот. Ну, кто-то? Да. Не, ну я почему? У нас доводили и дела всевозможные открывали. Это все проходит по частям, говорят, что воруют. Но я считаю, что в любую армию возьмите, мне кажется, найдутся такие герои, которые воруют. Русская впереди всей планеты. Может быть. Я не буду спорить, как бы, да. Много коррупции там и... Показывали там репортажи и про там мэры, там, да, там губернаторы там воруют. Ну, блин, так же, как и люди разные бывают. А может лучше заняться вот то, что происходит в России, да? Да, а не лезть, например, кого-то спасать, Ну, есть куда у нас как бы деньги вкладывать, скажем, правда? В России. Но вы знаете, что вот нам тут показывали всевозможные ролики из интернета, в целях политинформации, да? Ну, где, в России? Ну, про Россию, да, там вот ролики снимают. А здесь? Да, здесь. Хорошо. Показывают ролики про Россию. Но я вам скажу, что многое чушь. Например? То, что там у нас там такие забастовки идут, там у нас бастуют там эти шахтеры, там города разваленные какие-то показывают там. Ну да, можно найти деревню, где там асфальта нет, там грязь, там трактор стоит, там заржавевший. Но показывают города, в которых живем мы, живут тут люди, которые со мной сидят, да, сейчас здесь находятся военнопленными. Они говорят, все не так. То есть вам тоже показывают не совсем. Послушайте, то, что есть хорошо, хорошо. Очень много денег. Варламов. Варламов это чей блогер? Я не знаю, не смотрел. Да посмотрите Варламова. Он же говорит, что вся Россия говно. О, это русский, который показывает. Вы знаете, что происходит в России? Русский блогер. Русский, который поддержал аннексию Крыма и так далее, он ездит и показывает, что происходит в России и как русские люди живут. Ну,
я говорю про те города, вот я, например, бываю в городах в разных, я вижу, сколько денег сейчас вкладывается во все это. То есть экономика России встает на ноги, и большие деньги очень вкладываются в развитие регионов, очень громадные. То есть Владивосток за последние там 8 лет, вы не представляете, как он преобразился. Вот когда я приехал туда служить, то какой он был, какой был там город, там Артем рядом, которые были захолустные городишки. Сейчас это обалденные города, большие, с развитой структурой, развивается там производство. Хорошо, если все это хорошо, зачем зачем русские солдаты брали телевизоры, микроволновки? Ну вы же понимаете, вот, смотрите, это все видели. Хорошо, давайте я просто расскажу. Вот с нами сидел боец ЛНР, ДНР, я не помню, там ЛНР он или ДНР, там неважно. И вот он рассказывал прям с пеной у рта, как он ходил по домам там и телевизор какой-то там взял, еще там золотишко какие-то прибирал. Там. Андрей, это русские были, не говорите о ЛНР, ДНР. Нет, я просто... Аниста, Ирпень, Буча, там не было ЛНР, ДНР, это были русские. Я просто сейчас к чему веду, что... И он потом говорит, вот он, ну так и с вожделением это все рассказывал, и говорит, ну мы его спросили, он говорит, да я вот там столько оттянул срок за кражи, столько за грабеж оттянул. То есть а такому человеку дали автомат, что он будет с ним делать? Он кто дал? Кто дал? Ну, пускай и Россия дала, или там ЛНР, ДНР дала. Также и среди русских солдат, я думаю, найдутся, которые нормальные, адекватные люди, а среди офицеров, и найдутся говно, которое вот этот весь облик армии, они и портят. Из-за каких-то случаев мы получаем, что негативное отношение к нашей армии. Я прекрасно это понимаю, что люди все разные. Кто-то пришел с села, там, где, не знаю, там грабили, убивали, он попал в армию случайно, там, подписал контракт и попал на Украину, да, и теперь он тут творит какие-то бесчинства, может, издевались над ним, но люди разные бывают. Но я вот вспоминаю, ну, я говорю, я когда ушел из армии, у меня было совсем другое впечатление о нашей армии, то есть, как бы, да, денег мало, да, там летали мало, да, подготовка была слабая, но все равно как-то вот, ну, отношения были другие, более человечные. И я понимаю, что сейчас вот многие там начинают про летчиков. Я вот не знаю, правда, неправда, сейчас говорят, по информация прошла, что типа очень много убийств, да, назовем это так, да, мирного населения, хотят якобы списать на пилотов, что они летели, били не по тем координатам. Ну как летчик может бить не по тем координатам, если ему эту координату выдали, его вбили в самолет? Вы переживаете за это? Я, честно говоря, расстраиваюсь очень сильно, что начинают валить на пилотов, потому что мы нам дали координату, да, мы посмотрели, например, цель. Даже если это какой-то дом, то есть я сомневаюсь, что летчик не спросит, не переспросит, ребята, это дом. И что мы получаем на это? Разведка сказала, там крупный опорный пункт или склад вооружения или чего-то еще. Вопрос, ну кто виноват? Разведка, которая просчитала, что там, оказывается, люди находятся. Летчик, который нажал эту кнопку, который ясно предполагает, что... Все соучастники? Ну, возможно, соучастники, да. Почему нет? Ну, я ничего не говорю. Ну, как? Ну, понимаете, ну. Списывать все на пилотов сейчас. Я просто сам пилот. Я сижу и говорю, мне как... Вы понимаете, вот, например, когда криминализировано там убийство, да, вот массировано, когда убивают, да, вот группа, да, почему это делает группой? Ну, насколько я знаю, группа ответственность еще больше, чем... Не, ну, групповое, да. Но вот, например, то есть... Ну, опять же, суд, да, то есть я... Нет, я закончу мысль, да? То есть вот вы говорите, там, разведчик, летчик и так далее. Вы сейчас вот все мешаете в кучу, да? И вот кто смертельно ответственный за это? Не знаю, может, разведка? Может, летчик? Ну, вы же стреляли. Ну, стрелял технический пилот, да, там что-то выполнял, какую-то задачу. Но я не готов сказать, что там, например... Действительно были люди. Возможно, действительно был военный объект. Детский садик. Почему детский садик не может быть военным объектом? Или вот про школу, ой, не про школу, и репортажи были. Ну, я думаю, тоже, когда там по больнице, да, нанесен удар, по роддому по какому-то удар был нанесен. В Мариуполе? По-моему, в Мариуполе. Мариуполь, да. Информация. Так вот, насколько я знаю, по разговорам даже, кто бойцы в Мариуполь брали, да, там, они сказали, что там каждый дом был как крепость. Вот реально. Каждый дом. За каждый дом приходилось биться. То есть почему тогда, я не знаю, ваши войска не отошли сразу, например, в промзону и сказали, ребята русские, подъезжайте, город не трогайте, будем биться только в промзоне, где нет там этих гражданских лиц там. А почему? Что, а русскому солдату можно верить? Я не знаю. Ну, я вас спрашиваю. Я так полагаю, что все-таки, ну, я полагаю, что все-таки русский солдат имеет право на то, чтобы ему доверяли. Имеет право. Ну, а украинцы не верят русскому нет, солдату? Почему? Чеченцы же тоже поверили в свое время русскому солдату. И что было?
Чеченская война — это вообще как-то, я да, не знаю, да, такая, да, очень, да, интересная. Вы понимаете, что русскому солдату нету доверия на этой земле? Как-то исторически так уже сложилось. Ну, я не знаю, я все-таки верю в российскую армию. Вам неприятно то, что я говорю, да? Конечно, неприятно. Я считаю, что... Нет, я еще не считаю, что все у нас белые пушистые. Да, я поэтому и говорю, ну, что... Вы понимаете, миллионы людей, которые сейчас без дома. Миллионы. Вы знаете, сколько Мариуполь жило? И что сделал? Почти как миллионник, да, был город там? Полмиллиона. Полмиллиона. Вы видели, что случилось с Мариуполем? Я видел репортажи, и вот фильм показывали про Мариуполь. Я видел. Это русский, который сняли, да? Или здесь? Ну, здесь показывали. Который... Да нет, это русские сейчас сняли про Мариуполь. Возможно. Вот, например, мы когда говорили, вот я брал интервью с бойцами Нацгвардии, да, которые с Мариуполя. Они сказали, что Украина много денег вкладывала в этот город, он очень был, развился. И пришел русский Иван, и что сделал? Уничтожил этот город. Вы понимаете, это все. Это серая зона. Ну, я видел. Через что? Ну, зачем столько смертей? Зачем? Ну, опять же, давайте возьмем, то есть этот город является укрепрайоном. То есть там стоят войска. Ну, почему тогда не было возможности вывести оттуда всех гражданских и биться на равных? А коридоров не давали. А в нам были, и люди не шли. Почему люди не шли? Там осталось, я не знаю, столько, 120 тысяч человек с города полумиллионника. Нам вот сказали, ну, вот показывали новости, прям стоят автобусы, открытая дорога, блокпосты, ждут людей, людей нету, никто не едет, никто не идет. И потом какая информация прошла по российским новостям? Что прикрываются как щитом, то есть ваши войска не выпускают мирных жителей, чтобы наши не начинали Хорошо. Атаку города. Как развязать войну? Войну как развязать? Вы военный. Как? Развязать как? Нет, вот как закончить войну. А, как закончить войну? Извините. Добиться своих целей. Каждый должен добиться своей цели. Тогда война должна закончиться. То есть... Но русские не хотят уходить. Украина должна территориям поступиться. Ну, я не знаю, я не готов ответить на этот вопрос. Я вот про ЛНР, ДНР что-то могу так как бы предполагать. Хорошо, Мариуполь, Херсон, Изюм. Юг весь. Ну... Я предполагаю, что, возможно, есть какой-то план, ну, не знаю, там, чтобы у Украины не было выхода, например, на Черное море. Для чего? Ну, возможно, для того, чтобы не появлялись какие-то, там, не знаю, американские базы. Вы же начали строить американскую базу, по-моему, в Очакове где-то. Все, да? Андрей, теория о освобождении народа, извините меня, наебнулась медным тазом о Черное море. Да, все, освобождать уже никого не нужно, нет, захватывать. Да, вот чтобы не было... Вы же сами это сказали, Андрей. Скажите, вот я не помню, по-моему, в Херсон же наши войска вошли без единого выстрела, и люди были рады этому, ну, по крайней мере, в новостях так показывали, и там чуть ли не референдум готовили для того, чтобы тоже присоединиться к России. Это вот нам показывали по новостям. То есть вы считаете, что эти области не имеют своего мнения или... А, сейчас уже мнение нужно спрашивать. Черное море уже ни при чем, да? Нет, ну я так полагаю, как один из факторов там господства в Черном море, например. Возможно. Я не политик, для меня это трудно сказать. Я летчик, я простой летчик. Хорошо. Хотите что-то сказать? Высокие планы какие-то там, я не понимаю. Я понимаю, что да, нужно дойти, например, до границ ЛНР, ДНР, возможно, поставить какую-то оборону и сказать: ребята, все, мы свою задачу выполнили, мы вам помогли. То есть либо... Давайте, зашли аж в Херсон, либо, да? Либо давайте к нам присоединяйтесь, либо как бы варитесь сами, но мы уходим, а дальше вы там уже с Украиной разбирайтесь сами. Вы свободные республики, там своя армия создавайте. Возможно, так будет. Возможно, это будет действительно, что они... Интересно, тогда освобождаем Донецкую, Луганскую, но зашли аж в Херсон, ну, и так далее. И в Киев хотели зайти. Нет, скажите, вот как бы я вот человек военный, да, и как бы маломальски понимая в тактике, я думаю, любой гражданский поймет, что просто тупо идти по областям, и когда вам подвозят вооружение с глубины вашей страны, и там находятся склады, находятся лагеря подготовки там личного состава, как воевать? Наносить удары вглубь страны. То есть это никак по-другому не получится. То есть когда берутся там города, не входящие в эти области, да, там и республики, я, возможно, там есть какие-то стратегические планы. Возможно, я точно не готов на это говорить. Но как военный я понимаю, что да, действительно, надо наносить удары по ПВО, уничтожать ПВО, чтобы господствовать в воздухе, что, в принципе, в начале войны там сделали, отрапортовали, я так понимаю, что все уничтожено. Но как показывает практика, уничтожен. Святая русская коррупция и пиздеж, да? Возможно, да. Возможно, как бы у нас есть там такое в нашем характере, что
Я доложил, там, да, там трава не расти, а то, что дальше сбивают самолеты и гибнут и пилоты, и это все понятно, как бы, да. Ну, опять же, у вас подвоз есть со стороны Запада, там, я не знаю, там, новое вооружение какое-то поступает, или, может быть, старое советское, там, еще где-то осталось, там. Ну, то, что, как бы, действия вашей авиации скованы, да, вот даже за первый период войны было видно, что несколько это дело притушили, так, рьяные выступления авиации. Но то, что ПВО не уничтожит, это да. А хотя отрапортовали, я так слышал, что да, действительно, что это было. Поэтому не наносить удары вглубь страны невозможно. Я считаю, что да. Может быть, и то, что рапортуют и говорят, что это действительно там высокоточное оружие, я прекрасно полагаю, что да, действительно, оружие высокоточное. Я видел, как оно работает. Действительно, можно попадать там с точностью до нескольких метров. А опять же, почему наносятся там по гражданским объектам попадают эти ракеты, да? Ну, давайте как бы скажем, что ваше ПВО работает очень грамотно, избивает очень многие наши ракеты, и ваши рапортуют, и наши это признают, как бы, то, что сбиваются ракеты. Ну, представляете, вот там ракета 2,5 тонны просто летит в цель, его сбивают над городом, она просто падает, просто металл падает, даже не взрываясь, она какой-то ущерб колоссальный принесет. Андрей, украинцы ничего не представляют, они живут в этом аду, который сделала Российская Федерация. Вы хотите еще что-то сказать? Ну, я не знаю. Я, в принципе, все сказал. Ну, я не знаю, если вопросы есть, задавайте, я на вопросы отвечу. Все. Поэтому. Ну, а так, ну, хотелось бы, чтобы все это закончилось быстрее. Мне кажется, действительно здесь... Ну, а кто должен закончить? Мне кажется, обе стороны должны как-то найти компромисс какой-то, который бы устроил всех. Потому что, мне кажется, устали воевать не только мы, да и ваши воины, я думаю, тоже устали. Но ВСУ защищает свою землю? Это понятно, тут вопросов нет. Вы же на своей земле. Вы оккупант. Ну... Вы оккупант. Если взять, опять же говорю, не Донецк и ЛНР, то да, наверное, все-таки. Но я говорю, вот у меня мнение, что если эти народные республики захотели свободы, ну и, соответственно, они провели все эти грамотно референдумы, то почему они не имеют права на эту свободу? На свободу выбора, с кем им дальше быть, с Украиной или там с Россией. А тем более, насколько я помню, так из истории, ну, может быть, там тоже как бы по разговорам, там, вот эти, когда Украина незалежность получила, там, 91-й год, что я знаю, что и Крым, и некоторые области хотели остаться с Россией. Но вроде как там нацгвардия... Откуда вы это знаете? Ну, по крайней мере, у нас проходило это по новостям в свое время. Что нацгвардия? Национальная гвардия, уж называется. Что вводились национальная гвардия на данной территории и пресекались всевозможные митинги. Серьезно? И выступления. Хотя, вы знаете, когда была создана нацгвардия в Украине? Честно говоря, не представляю. 2014 год. Ну, Андрей, возможно, Андрей. Это был там ОМОН, или я не знаю, что это какие-то... Ну, вот, а знаете, сколько поддержка была независимости Украины в процентах? Ну, то, что вы получили свободу и независимость, понятно, что поддержала большую часть народа. Но, возможно, возможно, по областям это было не так. Да. То есть тот же Крым, так давайте. Ну, посмотрим. Google нам помощь. Это да. Опять же ваши новости, да? Ну, вы же ничего не... Ну, откуда? Ну, это все берется, типа... Ну, как, это же, грубо говоря, не Скобеева инфо, правильно? Это все официальные данные. Хорошо? Да, давайте. Ну, посмотрим. Сказали вам, сколько было поддержка в Луганской и Донецкой области? В процентах? Вот сколько вы думаете? По поводу свободы Украины, да. Независимости. Поддержки акта независимости. Сколько вы думаете? Вот просто называйте. Я думаю, меньше, чем у вас в Западной Украине было. Ну хорошо, но цифру назовите. Давайте возьмем 59%. Серьезно? Ну я думаю, да. 83. А на Западной знаете, сколько было? 97-92. Ну, тут понятно, тут как бы. Да, то есть Донецкая, Луганская область 83%. То есть почти все сказали 90. Ну скажите, что произошло тогда за это время? Вот. Раз они так разочаровались и начали вот этот весь процесс отторжения от Украины. Братья, в кавычках русские.